Всем доброе утро. Сегодня 5 ноября, суббота, 2022 год, ЛНР, город Брянка. На улице градусник показывает плюс 6. Под утро шел небольшой дождичек, поэтому асфальт сырой. Ну, не холодно так, чтобы нормально для ноября месяца. Ну, друзья, по обычаю, так как сегодня суббота, всех приглашаю на вечерний стрим, который состоится, как всегда, в 19:00 по московскому времени. И, как всегда, надеюсь, что все у нас получится, никаких проблем не будет. Так что всех ждем. Задавайте вопросы и побеседуем. Но всем, как всегда, друзья, я желаю мирного неба над головой, крепкого здоровья, здравствуйте, семейного благополучия, взаимовыручки и терпения. И все у нас будет, друзья, хорошо. Всем мира и добра.